Ассаламу алейкум, курметте курмендер, в эфире новости на Первом Карагандинском. В студии для вас работает Александр Крылов. Начиная с прошлого года и по сегодняшний день в нашей области выявлено 172 коррупционных преступлений в сфере государственных закупок. На дорогах республиканского значения Карагандинской области каждый второй пассажироперевозчик нарушает правила. Из-за этого в регионе возросло количество погибших в ДТП. Жители улицы Жамбула и Ленина вот уже несколько месяцев живут без воды. Начиная с прошлого года и по сегодняшний день в нашей области выявлено 172 коррупционных преступления в сфере государственных закупок. А наиболее подверженными коррупции остаются структуры здравоохранения, архитектуры и градостроительства, образования и агропромышленного комплекса. Как бороться с правонарушениями в сфере госзакупок, этот вопрос обсуждали на заседании региональной комиссии по вопросам борьбы с коррупцией. На заседании выступил начальник инспекции финансового контроля Карагандинской области Азамат Ахметов, который рассказал, что начиная с прошлого года и по сегодняшний день его ведомством проведено более 400 проверок. В 114 случаях были выявлены нарушения. Специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области за отчетный период направлен 71 иск о признании недействительным договоров о государственных закупках, заключенных по результатам процедур, проведенных с нарушением законодательства о государственных закупках. Из них удовлетворено 53 иска, 6 исков на стадии рассмотрения и в 13 случаях удовлетворение иска отказано. Самыми распространенными коррупционными преступлениями в сфере госзакупок является злоупотребление должностными полномочиями и получение взяток. За прошлый год выявлено 26 подобных правонарушений. По-прежнему коррумпированными в сфере госзакупок являются структуры здравоохранения, архитектуры и градостроительства и агропромышленного комплекса. Подводя итоги заседания, глава региона отметил, что борьба с коррупцией в сфере государственных закупок – вопрос достаточно непростой. И следует ужесточить контроль за проведением процедур госзакупок. На системную основу поставьте контроль. Задействуйте все рычаги, которые есть в вашем городе, в районе, с тем, чтобы был полный порядок в этом направлении. Мы специальное заседание проведем по итогам 9 месяцев текущего года именно по государственным закупкам. Там мы сразу увидим, как во втором полугодии будут проходить электронные торги. Там мы увидим полностью все нарушения, которые пройдут по текущему году. И там мы сделаем соответствующие выводы. Ирина Камышова, Тулиген Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. В скором будущем в городе появится памятник академику, герою социалистического труда, а также бывшему ректору Карагандинского государственного технического университета Абелькасу Сагинову. В этом высшем учебном заведении побывал глава региона Абелькасы Кусаинов, где ознакомился с процессом подготовки будущего изваяния и местом расположения памятника выдающемуся ученому. Побывав в Карагандинском государственном техническом университете, Абелькаси Кусаинов осмотрел место, где планируется установить памятник академику Абелькасу Сагинову. Помимо монумента здесь раскинется зеленая уютная. Здесь вы как его оформите потом? Вот смотрите, вот этот забор и прочие дела. Как мы убираем? Так, и как он будет? Здесь будет подборная стена, до нее будет стоять скамейка. Также аким области ознакомился с работой студенческого проектно-технологического бюро и Центра рабочих профессий КРГТУ, после чего состоялась встреча с профессорско-преподавательским составом и студентами университета. Увиденное, естественно, впечатляет, и это действительно достойно памяти великого академика Абылкаса Сагиновича Сагинова. Достигнута самая главная его цель – подготовка высококвалифицированных, востребованных инженерно-технических кадров, которые успешно работают на крупных производствах не только в нашей стране, но далеко за ее пределами. Аким области и сам является выпускником КРГТУ. Потому для него особенно интересно узнать, какие положительные изменения произошли в ВУЗе. Абелькаси Кусаинов отметил, что здесь создана развитая образовательная научно-инновационная среда. Имеются мощные исследовательские институты. Глава региона рассказал, какие программы осуществляются местными органами власти для поддержки молодежи. Будущие специалисты активно участвуют в жизни региона. Существует 78 молодежных объединений, которые занимаются патриотическим воспитанием, пропагандой здорового образа жизни и выявлением молодых талантов. В завершении встречи студенты КРГТУ задали почетному гостю интересующие их вопросы. Как вы считаете, что нужно, чтобы быть конкурентоспособным? И как вы относитесь к конкуренции? Первое, что надо очень много трудиться, это первое. Второе, сегодня есть все возможности для того, чтобы сидя дома, в том числе развиваться, особенно молодым людям. Интернет, можно заглянуть в любой уголок мира, увидеть любую информацию, все зависит от человека.
если он горит желанием, он всегда достигнет своей цели. Для этого сегодня возможности очень большие. В целом, встреча студентов и преподавателей с главой региона получилась интересной и плодотворной. Студенты могли даже узнать некоторые моменты из личной жизни Акима. Бывает ли у вас свободное время? Как вы предпочитаете его? Есть у меня поля на блоке, надо ими заниматься. Хотя они теперь уже далеко, не во столе, но я вынуждаю, чтобы они приезжали. Это первое. Второе, в связи с тем, что нагрузка немалая, надо заниматься и физическими видами спорта. Поэтому я там получил велосипед. Если есть возможность, очень много хожу, но, к сожалению, время ограничено. Но в то же время я успеваю еще и почитать. Ирина Камышова, Кайрат Мейрамбаев, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. На дорогах республиканского значения Карагандинской области каждый второй пассажироперевозчик нарушает правила. Из-за этого в регионе возросло количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях. В целях снижения уровня аварийности на автодорогах общего пользования и в населенных пунктах сотрудниками комитета дорожной полиции организован рейд. Участок дороги Екатеринбург-Алматы протяженностью 652 километра. Чаще всего здесь проезжают водители-дальнобойщики и междугородные автобусы. Но в основном многие из них нарушают правила перевозок пассажиров. К примеру, этот автобус ездит из Узбекистана. Водитель должен довезти 50 граждан до России. Но, по словам сотрудников полиции, данный транспорт нарушает несколько технических правил. Здесь в конструкцию салона самостоятельно внесены изменения. Остановили вот нас данный автобус, в котором... В техпаспорте указано 55 посадочных мест, фактически 58. Установлены вот сиденья дополнительные. Более того, сиденья установлены, перекрывают выход второй двери. И, как видели снаружи, эта вторая дверь закрыта наглухо, прикручена болтом. К тому же проворной водитель свободное место в салоне наполнил грузом. А что не поместилось, отправил даже в моторный отсек. По словам дорожного инспектора, весенне-летний сезон увеличивается количество прибывших из соседних стран. Граждане Кыргызстана и Узбекистана приезжают на заработки. Этот киргизский автобус тоже едет с многочисленными нарушениями. При проверке выясняется в первую очередь три нарушения правил дорожного движения. То есть совмещенная перевозка пассажиров и груза. В салоне вы видите, в задней части размещен груз, аварийный выход. Закрыт также грузом, то есть в случае ДТП не будет возможности для эвакуации пассажиров и трещины лобового стекла. Из-за таких нарушений и случаются аварии, отметили инспекторы. Пример этому – в начале мая произошло столкновение автомашины «КамАЗ» с автобусом из Кыргызстана. В результате ДТП водители и пассажиры микроавтобуса, а это 16 человек, погибли на месте. Только за 4 месяца текущего года в республике произошло 129 аналогичных происшествий, где погибло 18 человек, а 180 получили различные травмы. Нужно отметить, что нередко качество дороги также является одним из факторов, которые приводит к авариям. Дорога вот республиканского значения, вот третьей категории, она не соответствует той интенсивности движения, которая сейчас складывается. Со стороны дорожной полиции необходимые меры принимаются. Это вот установка дорожных знаков, выдача предписаний по установке дорожных знаков, нанесению дорожной разметки, но данных мер, сами понимаете, недостаточно. Дороги требуют, конечно, расширения и внедрение технических средств контроля. На водителей данных автобусов были составлены административные протоколы по статье 461, часть 6. Дальнейшую эксплуатацию данных автобусов сотрудники дорожной полиции пересекли. У водителей были изъяты водительские права. Результаты целенаправного контроля за осуществлением перевозок пассажиров и багажа показали, что нужно усилить технический надзор. Сотрудники правоохранительных органов будут уделять особое внимание выявлению правонарушений со стороны водителей междугородного транспорта. Марал Тукенова, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Мы продолжаем наш выпуск. Проблема с живительной влагой затронула и жителей поселка Дубовка. Около 5000 жителей данного поселка 2 месяца не видят воду в своих домах. Только в прошлом году на решение проблемы с водой было выделено около 160 миллионов тенге. Но люди так и продолжают носить воду из колонки. Вот, нет воды, вот. Безобразный. Утром начинается вот так, все умываются вот так, всем сливается на руки. Полное безобразие.
Около 5000 жителей Дубовки 2 месяца не видят воду в своих домах. Питьевую воду они вынуждены носить из колонки. Вода в колонках бежит, но только несколько часов в сутки. Санэпидемиологи уже предупреждали, что ее нельзя пить. От безвыходности люди кипятят воду несколько раз. Стараемся так, набрать в баню и всех в баню, потому что там большие емкости стоят, и там все и умываются, а дома почти не пользуемся. Вот только моем здесь руки, если экстренно надо, и все. А так умываться идут все в баню. Вот, и там набираем полные чаны. Напомним, в марте сельчане заразились инфекцией из водопровода, отчего на больничной койке оказалось 14 человек. Чтобы прекратить распространение вируса, водопровод перекрыли. Сейчас хоть и его прочистили, но воды по-прежнему нет. Люди страдают от отсутствия воды. А тем временем местный аким в региональную газету дал интервью, что все устранено и вода у жителей есть. В Дубовке с водой происходят странные вещи. Государство выделяет деньги на реконструкцию водовода. С 2003 году было выделено 9 миллионов тенге. 2008-2009 год 36 миллионов тенге. В том году было 170 миллионов выделено для качественной питьевой воды в каждый дом. Уже программа предусматривала. За последние 2 года 14 километров водопровода Дубовки полностью обновили. Для этого областной бюджет не пожалел 160 миллионов тенге. К тому же в поселке вырыли 3 скважины, но почему-то из них только одна в рабочем состоянии. Как ни странно, аким Дубовки не смог предоставить точную информацию о проблеме воды в поселке. На сегодняшний день проблемы все равно еще есть. Это именно вот в летний период нехватка воды в связи с тем, что увеличивается разбор воды, естественно, не хватает. Марал Тукенова, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. В Астане прошла 2-я казахстанская международная выставка «Чай, кофе, какао-2012». Свою продукцию показали около 40 крупных казахстанских и зарубежных компаний. На выставке приняли участие чайная компания «Юнити». Подробности в материале Анель Шалкарбек. Участие в выставке «Чай, кофе, какао» – это отличная возможность представить свою продукцию широкому кругу потенциальных клиентов, познакомиться с новыми тенденциями. Главная идея выставки – показать состояние и перспективы дальнейшего развития чайного и кофейного рынка страны, содействовать расширению международного торгово-экономического и культурного сотрудничества. Ну и, конечно же, продемонстрировать мировые традиции чая и кофепития. Выставочный зал «Курме» запахом ароматных напитков будет наполнен еще 2 дня. Рынок Казахстана очень интересен таким компаниям крупным, как индийским чаю, как кенийскому, как компании с Шри-Ланки. Очень много компаний, которые с России хотят выйти на казахстанский рынок. Вот. Мы очень рады. Данную выставку мы именно для того и сделали, чтобы рынок чая, кофе, какао обогащался в Казахстане. Мы ждем всех абсолютно компаний, которые заинтересованы в новых контрактах. Пожалуйста, приходите на выставку. Здесь есть очень много компаний, с которыми можно сделать замечательные партнерские отношения. На мероприятии собрались производители и поставщики, руководители магазинов и супермаркетов, представители ресторанов и кофеен. Также участвовали президент торгово-промышленной палаты Казахстана и посол из Индии. Ведь Индия является самым большим производителем чая в мире. И Казахстан представляет для них большой интерес по экспорту данного напитка. На сегодняшний день Индия экспортирует в нашу страну около 40% производимого чая. Мы тоже, как и вы, сохраняем все народные традиции. В Индии, как и в Казахстане, много людей употребляют чай. Примерно 800 миллионов человек. На каждого из них уходит 1,5 килограмма чая. Ежегодно общая сумма экспортируемого продукта в вашу страну составляет 23 миллиона долларов. Чай на столе у казахов появился в 19 веке. В то время этот напиток был доступен только богатым людям. Но в наше время казахский дастархан нельзя представить без чая. На способы его заваривания не могли не оказать влияние традиции других народов. Например, к северным казахам чай пришел от татар и русских. И поначалу пили черный чай без молока. Ну а казахи, жившие рядом с калмыками, пили чай с молоком, маслом и солью. Стоит отметить, что у всех народов Центральной Азии чай в пиалу не положено наливать до краев. Чем меньше чая наливают в чашку, тем больше
уважение оказывается гостю. Эти традиции сохраняются и по сей день. Тематика чая, кофе, какао выбрана не случайно. Казахстан – страна с давней национальной традицией чаепития. На сегодняшний день страна входит в пятерку стран с самым высоким употреблением чая, являясь лидером среди других стран СНГ. Ежегодно казахстанцы выпивают около 3 миллиардов литров напитка и заваривают около 22 миллионов килограммов чая. В рамках выставки состоялись чайные и кофейные церемонии, семинары по искусству приготовления напитков, конкурсы и многое другое. Среди участников выставки карагандинская компания Unity, которая имеет линию фасовки кенийского и индийского чая элитных сортов. Как производители на рынке они с 2008 года и по сей день не пропускают ни одну подобную выставку. По словам представителя компании, в настоящий момент среди населения более известен кенийский чай, так как в Кении произрастают более сочные листья, что и объясняет популярность данного чая. На данной выставке мы являемся единственным казахстанским чаем, то есть производство полностью находится все в Караганде. Ну, единственное, как бы пакетированный чай для нас делают в Арабских Эмиратах, но опять же, это наш чай, делают вот именно для нас. Подобные выставки должны проводиться часто, потому как производители могут объяснить, как и где изготавливается продукт и какого он качества. Продолжает главную мысль супервайзера, дистрибьютор компании, с которым они встретились на выставке. Недавно в Москве тоже по продуктам тоже ездили в Родэкспо. И вот здесь недавно тоже, месяц назад, соки мы продаем, по сокам представители приехали, они попросили тоже поприсутствовать, и мы часто присутствуем, и хотим, чтобы такие выставки побольше было, потому что производители встречаются с своими дистрибьюторами, теснее контакт, и после этого еще покупатели приходят, уже знают продукции более конкретно. Сегодня посетители выставки смогли попробовать отборные сорта напитков, узнать новые способы приготовления чая и кофе. Свою продукцию показали около 40 крупнейших зарубежных и казахстанских компаний, среди которых Индия, Россия, Киргизстан и Казахстан. По словам организаторов, это прекрасная возможность найти новых партнеров. Ну а мы, в свою очередь, пожелаем всем участникам выставки дальнейших профессиональных успехов. Анышел Карбек, Жанна Липов, Первый Карагандинский. Для кого-то лето – это отдых, а для кого-то время потрудиться на благо страны и поправить свое материальное благосостояние. Студенческие строительные и молодежные трудовые отряды начали свою деятельность. Развитие казахстанского патриотизма и гражданской ответственности – вот основные цели молодежи. Студенческие строительные отряды формируются уже не один год и всегда готовы прийти на помощь во всех стройках Казахстана. Более того, в этом году есть и отдельная поездка. В этом году наши бойцы будут работать на объектах, на всех объектах Карагандинской области. Также один отряд поедет в город Сочи. Там они будут участвовать в строительстве объектов олимпийского значения. За граничную поездку отправятся не все желающие. Туда поедут только отличники учебы строительного факультета Карагандинского государственного технического университета. Исполнение такого ответственного задания молодому человеку сулит также неплохое денежное вознаграждение. В среднем заработная плата в строительном отряде составляет 50 тысяч тенге. А те, кто поедет воздвигать олимпийские объекты, будут получать около 1000 долларов. Стимул заработать, по мнению самих студентов, достаточно неплохой. Плюс ко всему, для будущих специалистов это еще и практика. На церемонии открытия сезона были представители всех регионов области. Каждый из них получил свои трудовые путевки. Далее молодежь отправилась на посадку саженцев в парке Победы. И к завершению дня их ждали развлекательные мероприятия. Александр Крылов, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. На этом наш выпуск подошел к концу. Помните, если у вас есть интересная информация, вы хотите поделиться, телефон нашей редакции остается прежним 420649. Также оставляйте свои отзывы, комментарии, пожелания на нашем сайте, адрес которого сейчас видите у себя на экране. На этом у меня все. Всего доброго. Саубон, здар.